Всем добрый день. Мы с вами на пляже Лазаревский один. Сейчас немножечко прогуляюсь, дневная прогулочка против лучей солнца. Начиная от магазина «Три неба», хотел поснимать их, но просил разрешения, сказали, не надо. И, ну, если хозяин не хочет, ну что ж, супротив воли снимать не буду, его право, он прав. Я не выпендриваюсь, покорно принимаю его волю. А мы пойдем прогуляемся по набережной. Сегодня солнечно, как видите, легкий ветерочек. Такой приятный. На улице очень даже тепло, хорошо. Море бирюзовое. Сейчас покажу вам издалека его, сверху. Ось, смотрите. И бананчики, и желтый смайлик. И народ загорает, море классное. Оно еще будет, уже, точнее, еще будет дневной обзор. Я, честно говоря, не знаю даже, когда я этот ролик выложу, вообще выложу ли его или нет. Может быть, я его оставлю чисто для Яндекс.Дзена. Так как сегодня у меня что-то такое вот увлекся, наснимал тут. Хотя хочется показать все. Итак, набережная. Кафе «Маяк». Я прошу прощения, туда, за Гренаду, я в ту сторону сегодня уже не пошел, я уже просто не могу. Устал, а Аллах, как говорится, нарезал сегодня не один километр. Очень даже много походил, очень много показал. Постараюсь как-нибудь набраться сил, доехать в ту сторону и там прогуляться. Так, гостевой дом «Маяк». Здесь справа самое чистое море, как мы знаем. Людей на набережной полно. Опять же, не знаю, когда вы увидите, какой день, в какой час вы увидите этот ролик. Но знаю, что в ряде региончиков, так точнее, не регионах, в ряде мест Лазаревского района погодка сейчас не очень. Точнее, может, погодка тоже нормальная, последствия не очень. Красивая обновленная кафе «Ладья». Лаза Холл. В общем, я, наверное, уже тысячу раз вам одно и то же говорю, да? Тогда просто смотрите на обстановочку, какая ситуация на набережной, на пляже. Сколько народу, сколько кислороду. Как хорошо в Лазаревском. А я, как правильный кулик, буду нахваливать свое болото. И рассказывать вам о ситуации, сложившийся. Так, пока еще свиную шею не жарят. Пока закрыто. Бананчик на загрузочку пошел. Медийная. Здесь наверняка опять лимончики плавают. Или нет, выловили все лимоны. Все выловили, смотрите. Нету. Где лимоны? Где лимоны, товарищи? Чё-то я Санька давно не встречал, действительно, да? Ну так не совпадает, что мы тут с ним встречаемся в этой части пляжа. Это его владение тоже, но он... О, коллега. Ну, он где-то там остается все время. Как правило, за Гренадой. Константина нету. Ну, мы где-нибудь у причала и закончим наше маленькое путешествие. Санек! Только вспомнил его, и вот он появился, да? Ну вот, придется точно на двух каналах ставить. Поторопитесь с трубочкой, купите Сашку, он к вам сейчас подойдет. Он уже вышел. Он уже на финишную прямую к вам. Да он только на старте. Или финишную прямую все-таки. Мы уже вышли, тоже его ждем. Сейчас мы его из засады подробим. Трубочки самые полные.
Вот он меня угостил покупать у него трубочки. Интересно, а меня угостил? Да нет, я не буду, я не ем. Я не буду. Синие жетончики на бананчик. Трубочки, трубочки. Одевать у кого синие жетончики на бананчик. Подходите в тампон проката. Тут раки меня окружают. Одевать жилетики. Через 5 минуточек будем бананчик уже. Смотрите, какие они начали футболочки выполнять. Место у нас еще есть на этот рейс. Это вас ожидает место. А ну-ка, такого что-то не было, да? Стойте, подождите, я девушку засниму. Что это такое? Почему не я снимаю таких девушек? Ты снимаешь? Да. Тебе нужна хорошая камера. Твоя? Это Олег виноват, он во всем, он видит, что творит. Как? Катаетесь? Катаемся, но ветерок у нас сегодня. Люди не хотят кататься. Ну, боятся. Ну, приглашай меня на фотосессию, я тоже буду. Обязательно, приходите. Хочу себя проявить как фотограф. Вообще, куда ты потерялся? Давно далеко, вы все время там были. Все, хотим тебя покатать. Блин, ладно, да. Хорошо, я принял приглашение, обязательно возьму морскую камеру, обязательно приду. Обязательно. Вот так. Надо все, контент делать. Надо, я понимаю, я в этом году не катался на доске еще вообще. Ну, исправлять же надо. Все, понял, намек тонкий, понял. Спасибо, Олег. Давай, счастливо. Давайте мы сейчас выловим этого. Спешит он. Я его из-под тяжка поснимаю чуть-чуть. Из-под тяжка хотел поснимать, не получается. Ну здравствуй, Алексей. Я тебя уже давно не могу поймать. Вот он я. Всем привет. На солнце, Сани, да, вот кушаем, продолжаем кушать. И никого не слушать, так, друзья мои. Это он сказал про меня сейчас, никого не слушать. У синяшки только у Сашки. Алексей, трубочку. Не-не-не, спасибо, спасибо. Пустящие. Верю. Верю. Да, не испортят ляжки, Сашки, на пустяшки. А что, у меня проблемы с ляжками? Пожалуйста, так. Вам жачки делает. Прет, а штабки рвет. Я тебя никак не застану уже, которую неделю. Еще пакетик, пожалуйста. Ну, у него ажиотаж, видите, у него сколько трудящихся хочет отведать у Санька. Кушаем и кушаем. Продолжаем кушать, друзья. Да, трубочки со сгущенным молоком. По 3 штуки берут, по 3 штуки в руки. И трубочку еще давай? Или не надо? Да он тут у нас звезда, короче. Трубочки 90, по 130. Трубочки подешевели. Чего не знаю, не помню цену. И до вас никак не дойду, друзья. Кто еще хочет? 5! Вот эта мать пошла, а, видал? По 5 штук уже берут. По 5 штук, я видел по 3, они уже по 5 берут. Сладкая диета. Не крошает человека. Ну все, там уже у него ничего там не остается. Так, что мы еще? Еще похоже? Ну как они едят? Вот так вот, не отходя, как говорится, от кассы. Не отходя от кассы. Снимай скрытая камера. Какая уже скрытая, у него уже открытая. Это знаменитый блогер Алексей, всем привет. Не пали меня. Да, не будем, все, все, никто его не знает. Что вам еще? Еще пойдем. Так, все, все успели. Не-не-не, спасибо. Ну я не ем сладко, ну честное слово. Да, ну что, тогда мы пошли. Давай, давай, удачи. Так, друзья, еще желающие есть? Вот такой вот Санек у нас. Поторопитесь, самые вкусные трубочки. Его опять куда-то увели, девчонки. Вот так вот. Все, теперь я просто обязан выложить этот ролик на всех каналах. Сами знаете, что Санька давно не видели, я должен вам его показать. Ну и, соответственно, сместить несколько другие ролики, которые у меня были. Ранее снято, а то у меня сегодня очень много роликов, на сегодняшний день не получилось. Такие дела, ребятки, в Лазаревском. Еще раз хочу сказать, что у нас все нормально, никаких стихийных бедствий, как вы видите, не происходит. Тепло, жарко, температура воздуха на моем чокнутом 32 градуса. Ну, тут нужно отметить, что я его несу в руке, он сам по себе черненький, поэтому, может быть, под воздействием прямых солнечных лучей он вот такой вот набрал температуру 32. Не могу быть уверенным. Как-то так вот получилось. Девчонки тут в очереди стоят в туалет. А мы пойдем
домой. Наверное, буду заканчивать. Итак, уже достаточно длинный ролик. У меня получается сегодня несколько дневных практически. Что-то придется приносить, что-то как-то продумать этот вопрос. Всем пока, всем привет из Лазовского. Но тем не менее, я пойду сейчас еще. Что такое, парень? Я еще один коротенький сниму, это будет замер морской воды. Всем пока.